С самого детства мечтала научиться жонглировать. Правда, получается только с двумя апельсинами, а за тремя уж точно совершенно невозможно уследить. Зато юный иркутянин управляется и с тремя, и четырьмя. И им, кстати, не важно, апельсины это шарики или булавы. Этим школьникам подвластны любые предметы. В этом убедилась сегодня Алена Полоненко на фестивале цирковых коллективов. Признаюсь по секрету, в детстве я мечтала пойти заниматься в цирковую студию, однако как-то не сложилось, но до сих пор с огромным удовольствием наблюдаю за выступлением цирковых артистов. И сегодня предлагаю вместе со мной окунуться в этот волшебный мир и понаблюдать за теми, чьи мечты о цирке все-таки сбылись. Занимаюсь около 10 лет. Но это требует большой концентрации, большой отдачи. Много времени на это тратим. 4 раза в неделю, 5 часов. Цирковая команда для нас семья. Цирковая как дом. Приходишь сюда, это вторая семья. Из одной семьи в другую приходишь. Сначала залезаешь около подоконника, тренировали в школе, то все трясется так. Ну, первое же ощущение, вообще никогда в жизни не катался, поэтому весь трясешься. Катаюсь на моноцикле, мячики кидаю, кольца, тарелку кручу. Кто-то еще хочет? Булавы. Они для меня очень тяжелые. И что-то мне в лоб прилетело, тут я больше не захотела.